В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета стала сложная задача – оказать помощь всей стране, став крупным промышленным центром. При этом в университете продолжалась и научная деятельность. В Казань были эвакуированы 33 из 85 научных учреждений Академии наук СССР. В октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которого был Казанский обвод. В строительстве обвода свой вклад внесли студенты, преподаватели и ректор Казанского университета Кирилл Ситников. В преддверии Дня Победы Казанский федеральный университет проводит традиционный ежегодный студенческий марш Победы, в котором принимает участие более 5000 человек. Главная цель марша – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны. Мы передаем эстафету Казанской государственной медицинской академии, КНИТУ КАИ и КНИТУ КХТИ, а также другим вузам Татарстана.